Привет, коллеги! На связи Максим Кузнецов. Один из последних моих кейсов – экскаватор-погрузчик Tarsus 2012 года выпуска. Рыночная цена такой техники примерно 2 миллиона 700. Я его выиграл за 1 760 тысяч. Экскаватор находился в городе Екатеринбург. От меня это 2000 километров, поэтому осмотреть его не было возможности. Мы заказали осмотр специалиста. Обошлось это нам 3000 рублей. Нам посмотрели, выслали фото, видео, ее комплектацию. Нам техника понравилась, и мы подали заявку на публичное предложение. После осмотра техники посовещались, решили, что лот для нас ликвидный, оплатили задаток. Подали заявку на участие в торгах по пятишаговой системе. Оказались единственными участниками торгов по закону о банкротстве. Торги оказались не состоявшимися. Конкурсный управляющий предложил нам, как единственным участникам торгов, выкупить этот лот. Мы согласились. Экскаватор в ближайшее время будет выставлен на продажу. Примерно планируем продать ее чуть ниже рыночной стоимости. Примерно за 2,5 миллиона. Ссылка на объявление будет в описании под видео. Если вам понравится данная техника, можете ее приобрести. Не бойтесь участвовать в торгах и зарабатывать на этом вместе с нами. С вами был Максим Кузнецов. Пока.